Здорово, народ! Сегодня мы с вами играем такую вещь, как Pride and Joy Stevie Ray Vaughan. И я уже разбирал ее раньше на своем канале, года два назад, но формат изменился, может быть, что-нибудь новенького я заодно еще и скажу. Мы с вами играем концертную версию, она немножечко отличается от альбомной, там кое-где какие, в принципе, акценты другие, и все. Не забывайте поддерживать меня на Patreon, там я выкладываю табулатуры в Guitar Pro, которые я сам лично пишу, а также увидите там еще много всего интересного и много всего там еще будет в этот год. Что ж, погнали. Начинаем мы с вами вот с такого слайда, с 3 по 5 лад. И здесь мы с вами играем вот этот унисон. Вот столько раз. Пам-парам-парам. Так, это легко. Дальше мы с вами делаем скребок по всем струнам. Главное нам шестую взять. И мы идем вот сюда, на вот этот интервал. И здесь мы уже делаем небольшой такой бенд наверх со второй струны. Вот так. И мы играем пам-па-пам-парам-парам. Вот так. Так, все вместе. Дальше мы опять делаем скребок. И идем опять вот сюда. Немножечко делаем тоже такой микробенд. И дальше у нас, смотрите, вот такая связка. Бенд небольшой на четверть тона где-то. И вот сюда, на второй лад четвертой струны в ми. Так, все вместе. Так, это у нас было интро. А теперь самое главное, вот этот вот фантастический блюз-шаффл-ритм. Поехали. У нас с вами в основании аккорд ми-мажор. На нем мы и делаем все чудеса, творим здесь. Так, поехали, разберемся вначале с бас-партией, как в том видео я говорил. Но в тот раз я показывал немножко проще, но на самом деле давайте разберемся полностью здесь. Басовая партия у нас выглядит вот так. Вот такая мелодия. Абсолютно такая же она у нас будет и от пятой струны. Так, давайте еще раз сыграем. И вот в эту бас-партию мы добавляем первую, вторую, третью струну открытую. Так, давайте попробуем сыграть. Вот такой ритм у нас выходит. Видите, да? Главное здесь, чтобы у нас вот эта партия баса и вот эта вот первая, вторая, третья струна, которую мы добавляем, не звучали вместе, вот так. Чтобы вот такого у нас не было. То есть мы, когда с вами падаем вот сюда на эту басовую линию, мы прикрываем вот эти струны, закрываем их. Также сверху большим пальцем мы тоже закрываем те струны, которые нам не нужны. То есть вот сюда мы падаем, мы прикрыли их все. Дальше опять играем открытые. И идем дальше, вот смотрите. Видите, да? То есть вначале играем второй лад. И каждый раз, когда мы первую, вторую, третью сыграли струну, мы их прикрываем, чтобы они не звучали. То есть как бы в замок их вот так берем. Снизу вот этими пальцами играем, а шестую прикрываем большим. Еще раз медленно. Видите, да? Так, дальше мы играем вот такой переход. Это у нас баре. Мы с вами берем по вторым ладам.
потом опять открытые. И играем два раза. Вот здесь первую, вторую, третью на первом ладу. Но можно брать просто вот так аккордом, да, и просто брать нижнюю струну. У нас будет с вами получаться либо первые три, либо первые четыре струны. Ничего в этом страшного нету. Так, еще раз смотрите, какой переход. И заново начинаем играть. Так, поехали. Теперь идем вот сюда, в ля мажор. Абсолютно все то же самое. Абсолютно так же, по такой же схеме. Опять переход. И идем сюда. То есть нам нужно сыграть это басовую линию. И вот эти первые открытые три струны, но чтобы они не звучали у нас вместе, то есть они звучат раздельно. В правой руке мы с вами играем блюз, шафельные ритмы. Так, ля. Все то же самое. И здесь у нас идет разворот. Вот такая фраза первая, смотрите, у нас интервал. Мы с вами просто слайдом играем его. Вот сюда вниз. Так, дальше. Доигрываем пятую струну. Все вместе. Такая фраза. Дальше, смотрите, играем четвертую струну. И по тем же ладам спускаемся по пятой струне вниз. Так, еще раз. И вот здесь, когда мы спустились, мы делаем такой небольшой фаршлаг здесь. Вот так. И доигрываем. Вот так. И все вместе. Все вместе, вот так. И дальше, смотрите. Вот, вот эти интервалы мы играем полностью сверху все. Дальше разворот, сам мы играем по блюзовой гамме. Вот сюда и добавляем второй лад на третьей струне, чтобы у нас септ получился. Вот так. И все вместе. Так, еще раз. И все вместе, медленно. И дальше разворот. Вот так у нас выглядит этот ритм и интро. Надеюсь, было интересно, просто, понятно. Увидимся в следующий раз. Пока!